Привет всем! Сегодня у нас 30 июля и забираем мед у пчел. Вот так вот рамки затащили медом, запечатаны уже, полные улья меда. Все печатно, заделано. Одну большую рамку унесли, вот вторая вся полная с этого домика. Такой медок. Вот четвертая рамка уже достаю. Тоже наполовину запечатанный. Хороший мед. Рамки откачали и ставим их назад в домик. С шестого вот этого домика забрали 4 рамки. Полные меда уже и запечатанный. Очень хороший мед. Так вот. Очень много меда у них, поэтому они вот так вот сидят. Вот следующая рамка, уже вся откачанная. Немножко вправляем, если подвыломалось. И ставим в улей. Ну вот со следующего улья тоже забираем мед. Такая полузапечатанная рамка, но он уже густой. Тоже ее заберем. И вот дедушка наш пришел, тоже ждет мед. Где там? Вот он так. И что? Распечатываем мед. Вот сейчас как-то перебирала тряпки. В шкафу нашла. Наверное, человека 3. Тоже столько в медогонке. Здесь рамка распечатанная. Вот такой вот медок. Дедушка, белый мед нынешний. Дедушка, как знал. А что, как знал? А что, тебя звал сегодня? Ну, ты бы пришел, отстригли тебя. Ну, там комната была. И удаляем в отроившемся улье маточники. Лишние убираем, а два оставляем. И вот на следующей рамке тоже убираем маточники лишние. Такой расплод. И вот здесь тоже. Нижние плохие маточники надо оставлять в центре гнезда или сверху. И вот на следующей рамке тоже надо убирать такие вот маточники. Такой вот желтенький медок. Ну вот из 3 домиков откачали с этого 2 рамки, с того 4 и с следующего 2, с 8 рамок. Накачали 14 литров. Этот еще не закрывали. Надо будет крышку там открывать и закрывать. В общем, много меда в этом году. Медовый год. Все гудят тут. Вот составили все рамки в улей. Сейчас надо будет их закрывать. Так вот сидят пчелки. Воробьи прилетели иргу есть. Скачут по веткам.
Так вот, откачали мед лишний. Бабушки взяли метку, дедушка. И все, сейчас отдыхать пойдем. Вечер уже, 8:00. Цветет все. Пчелки уже спать ложатся. Ну, всем, кому видео понравилось, подписывайтесь на наш канал, делитесь этим видео с друзьями и заходите почаще в гости. Всем пока-пока и всего самого-самого доброго.